Аллилуйя! Мы с Катей больше не воняем, как тухлые кабачки. В предыдущей серии мы наконец-то сняли квартиру у алкаша и провели здесь первую свою ночь. Первым делом мы с Катюхой решили сделать капитальную уборку в нашей новой квартире. Выбросить весь мусор и сдать бутылки на свалке, чтобы хотя бы заработать немножко копеек и купить необходимые вещи к нам домой, банально пожрать или банально туалетную бумагу. Это даже в туалет не с чем ходить. А газет дома нет. Да и салфеток. На свалке мы нашли потайное жилище бомжары, где смогли у него стартыбзить немножко так блоков, чтобы залатать нашу квартиру после небольшого пожара. А еще мы нашли трактор. Я на тракторе покатался, и Катя немного на тракторе покаталась. И немного на дереве застряла. Мартышка новосибирская. Вот нашел себе девушку. Что у меня шило в заднице, что у нее. Два сапога пара называется. Катюх! Катюх, иди сюда, посмотри, какой рассвет прекрасный. Как здесь красиво на улице. Кать, иди на балкон. Алло, алло. Какой на балкон? Ты где? На балконе. Я провалился к соседям, подожди. Конечно, меня здесь нет. Я у соседей на балконе, спускайся сюда. Здесь рассвет очень красивый. Ты же уехал, тупица. В смысле уехал? Тебя нет здесь, ты уехал на месяц. Кать, я на балконе, на балкон, подойди, пожалуйста. Угу, бросил меня, значит, да? Понятно, все, понятно. На балкон взяла и подошла. А, уехал, значит, хорошо, я поняла, всё. На балкон, можно на балкон нет, подойти? Все, всё, пока, я обиделась, пока. Что за женская логика, я у нас на балконе, ну как бы уже не у нас, уже у соседей на балконе, подойди, пожалуйста, сюда. Ладно, я сейчас сам подойду. Угу. Бросил меня, значит, да? Ты чё? Ну и вали! Ну и вали! Ты чё, Ваня, с телефоном делаешь? Алло, выходи отсюда! Ты, Кать, как бы, если я уехал в Португалию, это нам не помешает записывать с тобой ролики с двух разных компов, нет? А, ты сейчас в Португалии? Я сейчас в Португалии, прикинь, но только как бы мы с тобой вместе в одной хате не живем. Мочёные матрёшки. Это что, мы реально можем записывать из разных стран? Вот именно, а то знаешь, все подписчики там в комментах разнылись, то что, мол, Эдисон, ты уезжаешь в Португалию, как ты будешь ролики записывать с Катей? Ну как бы у Кати же есть комп, мы и собирали на стримах, мы и купили ноут. Вот Катя со мной может записывать прямо сейчас. Поэтому не ной, мать, никого никогда я не бросал. Все. Ну рассказывай, что делать будем. Рассказывай. Катюха, смотри, в предыдущей серии мы же с тобой были на свалке, да? Вот, держи тебе лом. Держи лом. А я буду все застраивать. Не зря же мы с тобой грабили у бомжа вот эти все блоки. Сейчас мы с тобой сделаем капитальный просто ремонт. Твоя задача ломать черные блоки, сгоревшие после пожара. Бери, ломай. Легче простого. Давай. Опа, один сломала, второй сломала. Так же быстро, быстро, быстро. Сюда ставим. Катюх, мы сейчас с тобой такой ремонтик забабахаем. Слушай, а может мы пол все же не будем делать? Потому что как бы любишь к соседям проваливаться. Не-не-не, давай сделаем, не, пожалуйста. Не-не, ну хорошо, хорошо, да, я тоже уже. А знаешь, что у меня есть? Знаешь, что у меня есть? Сейчас мы доделаем с тобой пол, я тебе покажу дизайн своего дома. Нашего дома, ты хотела сказать. Ну, я хотела сказать, да, своего уголка. Нашего уголка, вот. Ты хотела сказать. С какой стороны будет мой уголок? С этой стороны? Вот здесь, где мотоцикл, я... Опа! Мотоцикл немножко могу на своей башке передвинуть куда-то вот в эту сторону. Вот примерно вот сюда. Да, возле вот. Выключателя будет. Вот здесь вот. Твой уголок будет. Вот смотри, мой декор. С помойки стащила. Ты на него садиться будешь? Дурак. Я люблю машины. Машины — это спорт. Спорт — это конусы. Логичная у баб логика. Угу. Катюх, опа, соседи, здравствуйте, мордастуйте, мы там немножко... Ты говоришь настолько громко и часто, что я уже просто забываю... Что я забываю? Что я сказала? Подожди, не забываю, а... Да, в жопу, короче. Ну, чтобы ты понимала, у меня как бы за дверью еще родители ходят, потому что я все же приехал в Португалию. Да, если кто-то не знает, я приехал опять в Португалию примерно на... Опять валил просто. На две-три недельки мне нужно сделать... На месяц. На две-три недельки мне нужно сделать...
На 2-3 недельки. Мне нужно сделать документы. Я сразу же вернусь. Вот прям обещаю. Ты даже не успеешь соскучиться. Хотя ты по мне, наверное, никогда не скучала. Вот такая у меня вот девушка прекрасная. Да, тебя отдохнуть только надо просто. Все нормально. Все хорошо, Катюх. Вот здесь еще черные блоки. Давай ломай. Опа. Опа. И вот здесь еще. Такую тяжелую работу мне даешь. Черные блоки ломать? Я залатаю еще вот здесь. Вот сюда можно. И сейчас мы уже не будем даже проваливаться к соседям. Вообще, представляешь это? Это шок. Это шок. Это все, что я могу сказать. Ты смотри, какая красивая комната. Вот без черных. Вот без черных вот этих всех блоков. Такая. Ты окно сломала. Ты офигел совсем. Сквозняк. Ладно, вот это... Опа. Сломай пока блоки, сломай вот эти черные блоки. Сломай. Кто там? Открывайте, алкаш открой. Это алкаш приперся. Чего? А мы тебя не звали, там нам платить за хату через 20 дней. Ты-то что сюда приперся? Мы тебя открывать не будем. Открывай. В задницу пойди. Звони, звони себе там, звони, мы тебе ничего открывать не будем. Подожди, у нас же оплата только вот вообще через месяц еще по сути. Ну, так я говорю, там пришел. 20 дней. Кать, может этим ломом ему там черепушку проломать? Я романтик. Ты сама, подожди, чё? Ага, нормально будет. Ну так это Алло. Разрешите поинтересоваться. Какой ВДВ? Ты че бутылками здесь просто бросаешься? Дебил, мы только бутылки пособирали в предыдущей серии. Вы че, собаки, а? Ну так сваливайте отсюда быстро. Слышь ты, алканавт космический, ты че своих дружков сюда в ВДВ припер? Ты смотри, они с двух рук фигачат, они с двух рук себя заливают. Да вы вообще... Это мою постельку ложатся. На нашу, это наша, я вообще-то на земле спать не буду, мы там вместе спать будем. У нас праздник, какой праздник? У вас каждый день праздник, как я понимаю, каждый день бухаете. Бухло как смысл жизни. Нам переночевать надо, тебе жалко что ли? Пошли отсюда в одно место! И что ты, что другой, что третий. Не заставляйте меня, пожалуйста, очень сильно орать. У меня родители за стенкой. Я не могу орать. Они подумают, что сын... Ой, бутылки, вы чё? Сын дегенерата у них подумает. Сваливайте к чертовой бабушке отсюда. Бутылкой в глаз. Пропиши ему ломом, пожалуйста. Идите нафиг отсюда. Никто здесь спать не будет. Это наша квартира. Алкаш, ты с ума сошел? Мы тебе тапки за это платим. Кать, дай лом. Дай лом. Дай лом. Так. Да лом. У кого давно не было сотрясения из вас троих? У кого? У тебя? Да, у всех давно. Нет, тебе одному сотрясение. Давай сразу же второй степени тебе сотрясение. И тебе сейчас... Чё? Сейчас я ему пропишу вот этому. И тебе, значит, да, сотряс? И тебе сотряс давай. Катюх, выручай. Все, ну-ка проваливайте нахрен отсюда. Держи. Ой, вот так. И тебе тоже. Валите нахрен отсюда быстро! А ты чё стоишь, пучишь на меня? С кровати слез быстро! И вали отсюда! На, баба, ураган просто! Ты откуда электрошокер заломать? Ты мне даже не сказал то, что его на помойке нашла? А вот так вот, я тебе не все должна говорить, как бы. Секретики, омлетики, да, значит, пошли. Все, сваливайте отсюда, чубзилеты, что ты, что другой, что третий. Все там, никакие бомжи, никакие алхаши у меня здесь спать не будут. Бутылки свои забирайте и сваливайте. Давай, проваливай отсюда. Че святое, давай бутылки свои собирай, проваливай отсюда. А хотя на самом деле у нас времени нет, поэтому давай быстро проваливай отсюда. Текай с городу, текай с места. Давай. Беги, уродинка. Он случайно дверь шандарахнулся. Нормально. Придурыш. И чтобы я ваш перегар больше здесь не слышал, не видел и не нюхал даже. Пфу. Алканавты сраные. Это как вообще? Ой. Ну смотри, бутылки оставили. Вот именно, все планы нам наши поломали. Все, давай, Катюха, надевай топули и погнали быстро. Давай быстро, у нас нет времени. Бутылки потопали. Собираю. А мы куда идем-то? Мы на свалку идем. Пошли. Зачем? Ну подожди, ты под предыдущей серией говорила то, что... В этой серии ты побежишься голой по свалке. Ты это помнишь? Так, подожди. Мы ставили условие, что как бы 50 тысяч набираем, окей. Ну там сколько лайков сейчас?
Ну там 40 с чем-то. Ну как бы я понимаю, да, то, что мы лайки не набрали. Я как бы своим подписчикам говорил под предыдущей серией, то, что поставьте лайкусики, дрить, колотить, набираем 50 тысяч, Кайтуха пробегает голый. Ну давай, давай сделаем так. Давай мы компенсируем те лайки, которые не хватали на предыдущей серии, в этой серии. Как ты на это отреагируешь? Слушай, так не считается, как бы в прошлой серии надо было набрать 50 тысяч. Подожди. Давай 10 роликов сделаем на каждом по одному лайку, и в итоге соберется 10 лайков, и туда-сюда. Короче, давай сделаем так. Мы под предыдущей серией хотели 50 тысяч, но там не хватает 9 тысяч. Давай тогда мы на этой серии наберем 59 тысяч, и тогда мы, ну, не будем лошпедами, потому что как бы мы с тобой договаривались. Ну вот наберут, я пробегусь. Давай, нет, все, Кать, нужно в этой серии пробежаться, они наберут, если они, конечно, не чудгачанги петровичные. Все, пошли, Кать, пошли. Я в шоке, ты вообще как, что делаете в этой жизни? Я верю в своих подписчиков, я надеюсь, что они нас не подведут, я как бы иду на такие поблажки. Да, вы лайки не набрали, но все же я хочу, чтобы Катюха... Ты опять балуешься, опять соседям в двери звонишь? Себе позвонила. А, себе. Вот хулиганка, себе в двери позвонила. Ну все, сиди там вот в этой квартире соседей. Все, я потопал, ты меня там догоняй. Давай, Катюха, встречаемся на свалке через 10 минут. Ага. Эй! Выпусти меня. Уголь в мочу выкину. Зачем? Захотелось так. Уголь в мочу? Что дальше делаем? Ну подожди! Когда мы с тобой уже в тренажерку начнем ходить и дыхалку себе прокачивать, то так дела как бы тоже не делаются. Я пройду 10 метров, умираю уже. Иди сюда. Ты вообще лох. С таким встречаешься. Точнее. Нет, так я с такой встречаюсь. Подожди, я что-то не то сказал. Ну все, давай, Катюх, раздвигай панталоны. Ты обещала. Обещание нужно сдерживать. Давай, ну окей, не голышом. Да, она все же не обещала то, что будет голышом бегать. Она обещала то, что будет в купальнике своем фирменном, самом любимом бегать. Поэтому давай, надевай купальник и побежала. Я ничего не обещала. Ты обещала в предыдущей серии. Когда 50 тысяч? Ну так нечестно. Ты заставляешь меня бежать, как... Я обещаю то, что мы компенсируем эти лайки под этой серией. Не подводи меня, пожалуйста, поставь лайк. А в предыдущей серии, вот ссылочка на нее, посмотри и скажи Кате то, что она обещала. Вот посмотри, чтобы у меня просто были доказательства. Ты обещала, Катя. Ой, блин, давай, ну давай купальник. У меня-то нет купальника. У тебя купальник, ты его надевала. У меня нет купальника. Под одеждой купальник. Давай, доставай купальник, переодевайся и давай потопали. Переодевайся, Кать. Как? Во что? В купальник переодевайся и давай. Дай мне купальник. У тебя в купальник, давай переодевайся и потопала. У меня нет этого сраного купальника, дай мне купальник. У меня-то откуда купальник? Переодевайся и давай, беги. Ты мне сказал, что ты мне скажешь, как переодеться. А я-то откуда могу знать, как тебе переодеваться? Тебе мама не научила, тебе 21 год. Бери, переодевайся и беги. Слушай, ты! Быстро говори мне, где этот купальник грёбаный, быстрее! Ну переоденься ради всего святого, ради святой! Хорошо, сейчас скажу. Бесишь. Ой, блин. Ну все, ты там успокойся. Ну все, ты пере... Да, Катя, успокойся. Вот смотри, ты переоделась, какая ты молодец. Все, сейчас просто нужно пробежать по мусорке, вот, посветиться перед бомжарами, вот туда-сюда, опа-опа, там, дыньками пораскидывать, арбузиками посветить, ну, образно, да? Вот, я просто... тебя ненавижу. Почему это? Ты сама скажешь. Все, давай, в добрый путь. Я подписчикам пообещал, подписчики пообещали то, что лайки мне поставят. И подожди! Там бомж! Там, сиди! Там бомж. Подпишись на канал, если хочешь видеть новые серии с Катюхой. Катюха, как ты видишь, здесь частенько творит дичь, а мы с Катюхой хотим набрать 4 миллиона подписчиков на моем канале до моего дня рождения. Остался месяц, а нам еще 70 тысяч. Вот, ну подпишись на канал ради висячих арбузов Кати.
Я, пожалуй, сегодня последнюю серию записываю, я увольняюсь. Всем спасибо, я была рада с вами познакомиться. Всем пока. Чем быстрее пробежишь, тем быстрее пойдем домой. Ты обещала. Все, давай, потом поли, давай, давай за мной даже можешь бежать. Ой, блин. Ла-ла-ли-ла-лу, ли-ла-лу. Ну, ты смотри. Это моя девушка, если что. Это моя девушка. Ты че орешь? Я просто как бы хвастаюсь. Бомжара, это моя девушка, если что, ты видел, какие... Ууу, какая ты вот... Ты какая... Ты вообще нормальный, да мне-то... Да даже бомжара говорит, у какая, ля какая. Потопали, потопали. Фу, блин. Кать, тут еще немного осталось бежать. Всего лишь, ну, как бы еще кружочек по всей свалке. Ты сама на такое дебильное условие пошла. Сама челлендж такой да придумала. Да не выполнили они условия, подписчики твои. Они выполнят условия, они поставят лайки, они подпишут. Ой, там дед. О-ля-ля, какая чикса. Дедушка, это моя чикса, если что. Какие булочки. Господи. Какие булочки. Да, как бы, дедушка, вы давайте тоже там не заглядывайтесь на нее. Катюха, давай пошли отсюда. Куда я не пойду да больше? Сюда. Сейчас этот дедушка на твои булочки, ой-ой-ой, позарится, поэтому давай. Кошмар. Извините, дедушка. До свидания. Ну вот еще немножко осталось. Вот сюда, давай еще направо. Иди сюда, иди сюда. Мою одежду. Иди сюда. Да ёпперсы ты. Иди сюда. Да что ты? Да иди сюда. Вот в эти кусты можешь спрятаться. Иди. Какая цаца, эй, девушка красавица, ты мне улыбаешься, я тебя уже люблю, все что хочешь подарю. О, какой вы джентльмен, бомжара, какой вы джентльмен. Ладно, все, поухлёстывал за моей девушкой. Все, Катюха, пошли, надо валить домой. Пошли. Эй, девушка, покажись, да никто тебе показываться не будет. Все, пошли. Идите нафиг. И цветы им выброси обратно вот этих цветы. Не надо нам ваши подачки. Ах ты смотри, он прям тебе цветами заваливает. Вот вы сейчас будете перебрасываться. Так. Пошли. Да давай, Катя, беги ты уже от этих бомжарей, заколебали. 50 рубасов, этими 50 рубасами задницу себе потери. Иди сюда, Кать, иди сюда, быстро. Да бери свои цветочки. Давай, быстро. Ты смотри, они за тобой бегут. Иди сюда. Бегу. Слушай, я тебе это не прощу. Я тебе этого не прощу. Кать, выкинь... Электрошокер, пожалуйста. Электрошокер, дай на секундочку, электрошокер. Да, держи. Да, хорошо. На секундочку, электрошокер. Так, Так, еще на секундочку, электрошокер, да? Ну тогда, до свидания. Ага, все хорошо. Иди сюда. Блин, цветы. Слышишь, Кать? Хорошо. Вот давай мы через минуту с тобой отправимся домой, но перед этим дедушка все же пожилой, наверное, внучки у него нет. Вот давай ты пойдешь с ним погоришь, отвлеки его, пожалуйста, на секунд 30, не спрашивай зачем. Зачем? На секунд 30 его просто отвлеки и сразу бежим домой, хорошо? Я потом тебе все объясню. Ну ладно, хорошо, давай. Давай. Просто позови его куда-то отойти, вот к мусорке вот этой, позови его, давай. Ой, надеюсь, ты тут ничего не спалишь. Не-не-не, ничего не будет. Добрый день, дедушка. Здравствуйте. Слушайте, расскажите, пожалуйста, у вас тут есть коровы, например? Коровы молоко подоите. Вот хочется молока коровьего свежего. Есть у вас такое? Нет, милочка. Ой, а как вы еще на пенсии-то живете без молока коровьего? Расскажите, вот магазин, может быть, где-то рядом у вас тут есть, что он там делает вообще? О, твою мать! Был бы я помоложе, что... Дедушка, ну в конце-то концов... Ёпперсы, ты что там делаешь? Дедушка, ну ладно, все, спасибо за встречу, была рада с вами познакомиться, всего хорошего, до свидания. Все хорошего. Ты что там делаешь? Ты где? У тебя все хорошо с головушкой твоей.